Я воспользовалась услугами центра «Резонанс» по поводу насилия в семье. У меня была такая ситуация, ну, они мне помогли. Я пользовалась и ходила на курсы, не на курсы, а ходила на занятия, со мной работал психолог. Вот. Ну, пока, слава богу, на сегодняшний день я стала их активным участником. Скажите, а все-таки что происходило в вашей семье не так? У меня были проблемы с дочерью, и, как бы сказать, было так, что она поднимала на меня руки, ну, в общем, было очень много. На сегодняшний день ее уже здесь нет, она уехала, но все равно большой осадок остался. Как было тогда? Вы терпели и надеялись, что... Я терпела. Я много лет терпела лишь только потому, что я пыталась с ней наладить отношения. Вот, это связано было и с наследством, и, с, ну, в общем, как бы сказать, очень тяжело и не хочется об этом вспоминать. На сегодняшний день спасибо центру, он мне помог, и как бы вот сейчас я активный участник этих всех акций. Хорошо, что есть такая организация, которая помогает людям. Так что приходите, просите помощи, и вам помогут, и все будет хорошо. Только не терпите, женщины милые,